И всем привет, ребята, меня зовут Максим, вы на канале Макс Про. И да, мы сегодня играем в GTA San Andreas. Вот, короче, я вам сделаю обзорчик про эту игрульку. И я сейчас просрал байт, который я сейчас ловил часа 3, наверное, может 4, и его еще тюнил. Короче, у меня сейчас полностью игра пройдена. Пройдена игра. Некоторое оружие бесконечное. Короче. И у меня какие-то вечные купоны почему-то мне делают бесплатно тачки на тюнинге. Я даже затюнил газонокосилку моего соседа. Я у него украл. Ничего страшного. Купит себе новую. У него денег много. Он живет около Голливуда. Так же, как и я. Я вам покажу обзорчик мой, на мой домишко. Я не могу просто выплыть. Как мне... Я не хочу плавать. Как сделать так, чтобы я не плавал? Я хочу выпрыгнуть. Так нечестно. Это неправильно. Это плохо. О! Опа! Все. Идем. Так, и мне сейчас еще 3 часа ловить какую-то тачку, не знаю. Окей. Пойдемте. Привет, пупсик. Получай. А теперь бежим. Бежим от него. Я не хочу проблем. Ищем. О, тачка. Опа, быстрее. Пожалуйста, нет. Пожалуйста. Ой, вы это видели? Тут целая компашка была. Вы это видели? Он за мной побежал. Жестко, конечно. Окей, давайте поедем ко мне домой. У меня там быстрая тачка. Только мне нужно оставить одну тачку из Реновар. Я ее тюнил в Реновар. Я ее встретил и затюнил. Или такую быстренькую тачку. Едем. Стоп, я поворот не поверну неправильно. Наверное. Подождите, карту. Нет. Вот у нас мой домик. Указываем его по карте и едем. Да боже, что это за медленная тачка? Мне нужен хороший, быстрый байк. Короче, если мы сейчас встречаем байк, я офигею. Это будет очень классно. Смотрим. Оу, пом-пом-пом-чим-по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 м. Блин, как я это... Вот как я это сделал? Это быстрые, наверное, катачки. Наверное, да? О, давайте возьмем кабриолет. Вот это вот. Да, нормальная тачка. Она дрифтит жестко. И она... Вот, да, вот эта вот тачка тюнится в Реновар. В Реновар вот эта вот тачка, если сейчас затюнит, то она будет реноваровская. Вон Голливуд, то есть Ван Вуд в GTA San Andreas. И вы видите скорость этой тачки? Так вот, у меня такая же. Я думаю оставить вот эту тачку из Реновар, боже. Видите, как она дрифтит? В этом видите просто. Короче, оставляем тачку из Реновар. Потому что та тачка, я ее, конечно, тюнил, но... Блин, я вижу быструю тачку. Я люблю эту тачку. Вот, я видел одного блогера, который снимал, типа, самую быструю тачку. Две быстрых тачек и еще пару транспортов. Короче, про тачки он был неправ. Там еще, типа, третье место занимает какая-то, типа, тачка, которая
очень быстрая. Я ее находила, она, знаете, как разгонялась? А, чуть ли не до 300 километров в час. Опа, давайте завернем сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поворотик хороший был. Яма. Нужно хп пофармить. Это я тебе щиты скачал. Чтобы было прикольно играть. Если что, меня не осуждайте, то что у меня щиты. Я вообще, когда GTA San Andreas скачивал на мобилу, это как-то само скачалось, типа. Я пробовал, типа. У меня скачалось само, типа. Вместе с читами. Давайте. Короче, мне еще долго идти. Парам-парам-парам-парам. Ого, паркурчек. Дайте паркурчек. А нет, не получилось, паркурчек. Ого, тачку найдем какую-нибудь. Давайте. Нет, модики, стойте. Да. Плюс модик. Он, конечно, фиговый, но... Он нифига не фиговый. Его можно затюнить, он типа как машина. Вот мой автопарк. Сейчас. Байк поставим. Вот, давайте уберем эту тачку крупную. Let's go, Кирим. Нафиг эту тачку. Я вам чисто продемонстрирую, какая она по скорости там. И так далее. А еще не выехать? А, вот. Короче, она такая быстренькая, но вот эта, которая у меня тачка, она быстрее. Дайте я вам продемонстрирую, какая она быстрая. Нет, сматываем. Потому что вот там яма, типа, была. Оттуда я никогда на тачке обратно не забирался. О, BMX! Real? BMX? Это не BMX, но это... Ебой. Стоп, это самый быстрый велик, как я понимаю. Да, это, как я понимаю, самый быстрый велик вообще, который есть в GTA San Andreas. Подождите, давайте протестим, он как прыгает. Как он прыгает. Ой-ой-ой-ой-ой, красиво. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормас, норм. Емба. Ну, чисто на нем можно гонять, если к соседям не хочется брать байк и тачку. Там, да, можно, типа, чисто велик взять, тачку, там, косилку, газонокосилку, спереть нафиг, и все. Вот эту вот тачку хочу. Вот эту вот поехала. Вот эту вот тачку. Ой-ой-ой, копы, за мной, не за мной. Я боюсь, я домой поеду. Ай! Успешно велик нашел. Это все прячем нафиг в гараж. И минус байк. Ладно, давайте на тачке погоняем. Вот, видите? Она реноваровская. Она прыгать умеет. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поехали кататься. Ах, я хочу вам показать обзор на мой дом. В следующей серии. Хотя нет, давайте сейчас. Вот, я смогу, вроде бы успею. Нет, давайте в следующей серии обзор на мои дома. У меня много домов. Вроде бы, как бы, два основных, в которых я реально жил. Третий тоже был, но я его не найду. Еще какой-нибудь дом, посмотрим. И поехали, думаю... Чел, я почему не закрываю дверь? Почему я не закрываю дверь? По логике вещей, я думаю, должен закрыть дверь.
Вот я закрыл. Все, поехали, я вам покажу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да там пробка просто. Поехали, поехали, поехали. Вот, это типа шоссе к центру Лос-Сантоса. Там еще, короче, мой дом, там Ван Вуд, и там вообще все есть около Ван Вуда. Там все типа есть. Все при все. Новую тачку возьмем. Она уже того. Короче, я каждый день новую тачку беру быструю. Давайте ее угробим и возьмем другую тачку. Я хочу ее угробить. Мне скучно. Мы уничтожаем тачку. Уи! Давайте. Вот еще чуть-чуть. Сдохни, пожалуйста. Умри. Умри. Умри, умри. Кто смотрит смешариков, поймет. Он у меня внутри живет, он мне покоя не дает. Уи. Он у меня внутри живет. А! Ой! Ай! Валим, 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 валим. Валим, валим, валим. Валим на гелике. А плюс байк. У меня типа велик и байк. Плюс байк. Не, го я поеду, поедем, покажу. Короче, там еще центр, типа, города. Вот, это там, типа, главный, там, типа, перекресток. Боже, какой перекресток. Там, типа, шоссе ты едешь. Там вот сворачиваешь, и там можно проехать. Вот тут. Вот тут, сейчас. Вот сейчас. Вот. Типа, там, вот, на это шоссе разворачиваешься. Вот так вот. Уй. Ой-ой-ой, что такая горка? Если Рил в Лос-Анджелесе, да, есть такая горка, я офигею, пол. Чек. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А мы уже не взберемся на это шоссе. Вот это просто покатаемся. Я вам покажу, как я на байке вожу. Я вообще долго учился водить, я про, смотрите. Чисто продемонстрирую. Работа профессионал. Ай! Стой, я хотел дрифтануть. Это нечестно. Игра залагала. Да и ладно, я прикалываюсь. Я нормально вожу. Я сейчас прикалываюсь. Ой-ой-ой-ой, аккуратно. Нет. Вот. Вот. Камеру нормально настроил. Это что, сейчас Magic был? Это был Magic? В смысле, вы это видели? Вот эта вот надпись. Она была какой-то зеленая. Она поменяла цвет. Это Magic. Это Magic. Валите отсюда. Я тут папочка. И никто здесь не мамочка. Не волнуйтесь, я лишь всего... Я горю. Стоп. Я звезду поднял. Опа, Гамон Стар. Опа, Гамон Стар. Раз, два, три. Валим. Валим отсюда. Раз, два, три. Ёлочка. Гори. Машиночка, гори. Я не буду гореть. Машиночки другие будут гореть. Это я украл. Это мне нужно. Быстрее, 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 быстрее. Я вообще не знаю, где я нахожусь. Я вообще этот район не знаю. Хотя, теперь знаю. Байк. Воруем байк. Берем байк. Быстрее. Let's go, пацаны, let's go.
Быстрее, пацаны, быстрее! Го-го-го, let's go! Вижу Ван Вуд. Все, все. Мечты сбываются. Вижу Ван... Извини. Сань, ты в порядке? А у меня вопрос, что это за магазин? Это магазин одежды? Или что? Или тут обычно магазин? Что здесь можно купить? Что здесь можно купить? У меня вопрос. А тут можно чисто зайти и ничего. Другие чарики делают-то что-то. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Это ограбление. Это ограбление. А, стоп, за мной сейчас приедут, получается, сюда прям. Уничтожаем их. Уничтожаем. А, звезда прошла чисто. А, это Magic. Валим, валим. Пестик берем и валим. Давайте. Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Я хочу в тебя пострелять. Да почему от меня все убежают? Yeah, love it. So long, Chief. Hey, buy hot stuff. Ой-ой-ой. Раз, два, три, валим. Валим, 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 валим. Быстрее, быстрее. Прячемся в кусты. О, я научился вот приседать. Вот так делаем. Вот. Я умею приседать. Я научился приседать. Ура! Я научился приседать. Давайте сделаем эпичный конец. Эпичный конец. Кстати, я сегодня уже выложу ролик по MSM. Заходите, смотрите. Делаем эпичный конец. Мистер Бист. Мистер Бист. Мистер Бист. Мистер Бист. Мистер Бист. Мистер Бист, мистер Бист. Ой-ой-ой-ой. Ой, эпичный конец. Ай. Короче, тут полный хаос. Прощайте. С вами был Максим, на канале Макс Про. Всем пока.